Всем привет, вы на канале ProExo. Сегодня у нас краткий обзор нескольких комплектаций промышленных экзоскелетов ProExo. Мы будем тестировать их, возможность применения под средствами индивидуальной защиты, такие как одноразовый комбинезон. Первая модель Ultra. В среднем до 10% снижает нагрузку с поясничной зоны, с мышц спины, с позвоночника при работах в наклоне. Поясничный каркас провоцирует рабочего держать спину прямой, а упругие элементы частично компенсируют до 10% в течение смены дня, компенсируют нагрузку на мышцы в наклоне. Как видно, модель Ultra свободно можно носить под комбинезоном одноразовым. Никаким образом не сковывает движение. При этом снижает нагрузку на поясничную зону. Вторая модель называется Ultra Plus. В отличие от предыдущей модели, здесь, скажем так, более навороченная конфигурация по манжетам грудным, более жесткая резинка установлена на спине. То есть, условно, уже до 20% помогает снизить нагрузку на мышцы спины. Также добавлены различные набедренные манжеты, уже с карабинами идут. Сумка в комплекте, чехол защитный в комплекте. То есть этот по функционалу практически та же Ultra, только с более жесткими резинками. И, скажем, более эргономичная, более навороченная, более удобная в эксплуатации. Но функционал такой же. Разгрузка поясничной зоны в наклоне. То есть вот когда мы совершаем подобные действия, сейчас, наверное, процентов 50, а то и 60 в такой позе, при такой затяжке. Я хорошо так подтянул себя. Для длительной работы в наклоне. Помогает разгрузить мышцы спины. Ну и также по аналогии с предыдущей моделью, Ultra Plus идеально подходит применение с одноразовыми комбинезонами. То есть никак не влияет на эргономику выполнения задач. Следующая у нас модель Super Light. Super Light, в отличие от предыдущих моделей, уже имеет более жесткую пластину, точнее кардинально жесткую пластину. Тем самым еще больше провоцирую рабочего сгибаться с прямой спиной. То есть не попытки свернуться. То есть вот так, когда мы сгибаемся, очень неудобно. Значит, пластина начинает давить, а отстает. То есть правильный наклон вот такой, с прямой спиной. И более жесткие упругие элементы компенсаторы веса. Монотонно до 40-50% разгрузка мышц спины при таких работах. При этом модель Super Light имеет крепления штатные, к которым уже можно крепить разные дополнительные элементы для разгрузки рук. Модель Super Light также свободно надевается под комбинезон. При этом не мешает естественным движениям. И никак не конфликтует с данной спецодеждой. Следующая модель комплектация Boost. Это Super Light с установленным дополнительным модулем усиления. Модуль усиления не только компенсирует нагрузку на руки. Фактически вот
повисает. Здесь не только разгружает руки, но еще более кардинально снижает нагрузку, опять же, на спину. То есть, повторюсь, пластина спины поддерживает прямую осанку, чтобы мы наклонялись прямой спиной, не горбатясь. Упругие элементы на ногах компенсаторы веса. Чем сильнее затягиваем, тем больше жесткости дают нам при наклоне. То есть снижают нагрузку на мышцы спины в наклоне. Можно так затянуть, чтобы она в принципе держала, вот повиснул. А компенсаторы веса снижают нагрузку на мышцы рук и, распределяя нагрузку на жесткий элемент, минуя наш позвоночник, минуя наши плечи, распределяет все на бедрах. Это принцип туристического рюкзака. Тем самым до 60% снижает нагрузку на мышцы спины вот при таких монотонных работах. Десять килограмм повисли на, не знаю, видно на камере, на манжетке. То есть висят у меня не на позвоночнике, а на бедрах. Но, к сожалению, эксплуатировать модель комплектации Boost под комбинезоном не получится. То есть модуль усиления выше не закрывается капюшоном. Вот так. Но мы пошли дальше и разработали комплектацию, под названием Superlight SP. Она себя представляет видоизмененный Superlight с установленными укороченными компенсаторами веса, что позволяет уже применять данную комплектацию совместно с комбинезоном. Повторюсь, что комплектация Super Light SP имеет схожий функционал с комплектацией Super Light, за исключением установленных дуг, так называемых специальных дуг, что позволяет снизить нагрузку с рук и еще больше разгрузить спину за счет перераспределения веса, который висит на руках, на бедра, распределив его на бедра. Комплектация Superlight SP, как и предыдущая комплектация Boost, могут конфигурироваться в трех конфигурациях основных. Первое, мы можем снять дуги, и у нас получится Superlight. Если мы снимем ноги, манжеты набедренные, например, они покажутся неудобными в эксплуатации, то у нас получится модель комплектации Light. У нас в этом случае есть разгрузка рук, разгрузка позвоночника и мышц спины при удержании тяжести, но нет вот этой поддержки упругих элементов, поддержки спины в наклоне, но при этом никак не скованы ноги. Здесь нужно уже определить самому пользователю, что лучше.